Добрый день, дорогие друзья! Я с радостью приветствую вас на своей авторской программе «Достояние Одессы». Это программа о тех людях, на плечах которых, видите, эти атланты тоже «Достояние Одессы», на плечах которых держится Одесса. А иногда не только Одесса, иногда целый мир держится на плечах этих удивительных людей, которые делают свое дело. Мы снимаем в прекрасных стенах отеля «Бристоль». Я всегда люблю приглашать сюда своих героев, потому что это красивое место. А я рассказываю о красивых людях. Этого человека я знаю давно. И он занимается удивительным делом, таких как он, наверное, вообще единицы во всем мире. Потому что этот человек занимается тем, что называется одним из чувств человеческих. Это чувство называется обоняние. А еще у этого человека есть удивительное обаяние. И знаю я об этом замечательном человеке, его деле очень давно. И в этом году его дело отмечает 30-летие. Это удивительно, потому что дело, которое существует сложное время, 30 лет, чего-то дозначит. У меня в гостях Алексей Роднян. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Являетесь владельцем сети магазинов парфюмерии и косметики «Жан». Ну, правильно, это же обоняние. Ну, конечно. Но прежде всего, это парфюмерия, да, и косметика. А косметика – это просто красота. Да. То есть, если мы говорим о человеческих чувствах и о том, что представляет ваше дело, то оно связано с удивительным этим всем. Причем не только для женщин, но и для мужчин, потому что мужчины не менее, чем женщины, любят красиво пахнуть. Первая часть моей программы посвящена истокам. Я знаю, что вы вышли из замечательного села Сараты. Поселок, да? Это более серьезно. Поселок, ну, это городского побольше. Типа даже. ПГТ. Поселок городского типа. Но факт то, что люди, которые живут в глубинке, по моему глубокому убеждению, являются настоящей нравственной и этической силой и истоком нации. Извините за эти красивые слова, но это абсолютно так. Особенно интеллигенция сельская, она особая. А я знаю, что ваши родители именно удивительные интеллигенты, которые делали прекрасное музыкальное дело. Все рассказала? Почти, да. Теперь вы. Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Очень приятное место здесь, я первый раз в этом зале. Во-вторых, за выданные комплименты. Это правда. Приятно такое слушать, да, и я говорю, что комплименты всегда мотивируют нас двигаться дальше, потому что добрые слова, ну, они важны, наверное, и мы их любим и принимать, и раздавать, потому что если это справедливо, то почему бы и нет. Так. Только так. Да, в-третьих, да, компании исполняется 30 лет в этом году, это круглое, это и чем сложнее время, тем, наверное, больше ценится такой юбилей, такой период, такой срок, я не знаю, как срок, период, такая дата, наверное, да, правильно, да. Такая дата, потому что сейчас я пишу истории о компании, 30 историй до конца года я должен дописать, я их публикую на Фейсбуке, на своей странице, в Инстаграме. Это история о компании, о том, как мы начинали работу, о каких-то сложных
моментах, о каких-то переменах, о команде, о брендах, о поставщиках. Я решил вот как-то так, оно все дополнено какими-то архивными фотографиями. А вот сейчас мы начнем с истории вашей. Это Давайте. Тоже будет наша история, это будет первая история из ваших 30 историй. Но она будет для наших зрителей. История того, как вы пришли в это дело, ваше детство, как оно все начиналось. Пробовал на 7-м километре. 7-й открылся в 89-м году, если я не ошибаюсь. До этого была Староконка. Помните, потом возле этого броневика люди собирались на этой Орджоникидзе. Как это, улица Орджоникидзе? То есть я прошел там тоже. Я успел поторговать. То есть тоже, как бы, ну, потому что я был студентом. Я когда приехал учиться, я решил, что я у родителей деньги вообще не буду брать. Я только взял 500 рублей у папы на первую закупку какого-то товара. И все, больше... Да, потому что я получал повышенную стипендию, мне платили хорошо, я играл в футбол, мне платили хорошо еще за... Я ездил каждые выходные в поселок, я играл уже за взрослую команду со школы на воротах. Это было очень тоже ответственно, это был очень такой важный для меня момент. И плюс я еще где-то чуть-чуть подрабатывал как студент, либо какие-то уроки давал, либо там какие-то даже объявления клеил на столбах. Через это нужно пройти, чтобы... Нужно. Обязательно. Нужно. И когда открылся 7-й, я уже немного торговал. Так? У меня были родственники, у меня есть родственники в Москве, которые мне помогали по товару. То есть, товаром. Да, я ездил туда за товаром, да. И я перепробовал носки, рубашки, обувь какую-то. Ну, вот... Польша возникла. И Польша я мотался, да. У меня есть интереснейшие истории с Польшей, там, ну, разные. И потом как-то я столкнулся с парфюмерией, и мне реально очень понравилось работать в парфюмерии. Но, к сожалению, у меня нет фотографии с 7-го километра. У меня был маленький такой... Пусть это сейчас... Многие не верят, что так начиналось. Но это было так. У меня был маленький такой кулечек прозрачный. Там лежало 6-7 флаконов. Кулечек. И картонка такая, чтобы они лежали... Да, и оно лежало у меня вот так. Сумка. И на сумке я ложил эти духи. Я и там, потом на 7-м. На 7-м. И там были Фиджи, Черная магия, Пуазон, да, дезодоранты, голубой кураж, белый кураж, Жозе духи, Пикассо, Палома Пикассо, помада Палома Пикассо. Сейчас да, да, ну, я их всех помнил наизусть очень хорошо. И помню, Клима, да. То есть я начинал вот с такого. И потом постепенно я расширял свой ассортимент. У меня было там 20, потом 30 флаконов. Потом я сделал себе деревянную витринку. Потом появились на 7-м километре столы. Меня знакомые дали кусочек места на столе. Я сделал побольше витрину деревянную, в которой уже было там 40 флаконов разных. И вот так постепенно. Потом начался бум комиссионных магазинов. Я разносил парфюмерию по комиссионным магазинам тоже. Да, и в 90-м году возник Жан, и я в Жан тоже заносил парфюмерию. И в Жане были продажи на Греческой 23 в подвале, там были продажи очень хорошие, такой магазин был активный, я помню, я ходила, да. Да, и в 94-м году я с родственниками моей первой супруги, мы купили этот магазин как бизнес. Комиссионная торговля начала тогда немного падать, и, в общем, компаньоны, которые этот магазин сделали, Женя, Александр и Наум Нюма, они решили этот магазин продать, у них там между собой начались какие-то вроде бы движения. И вот мы купили этот магазин как комиссионный. 3 года я работал с компаньонами, а потом, когда мы расстались, я решил, что этот магазин я сделаю чисто парфюмерным магазином. У меня была идея сделать, я хотел, чтобы у меня был парфюмерный магазин. Это была мечта. Просто какая-то unreal, и когда это случилось, я никогда не забуду этот момент, когда я так сел на стуле, и вот сейчас магазин должен открыться, и красивый ремонт, это все в подвале на Греческой, и мебель новая, и светильники, и девочки одеты красивые, и я так сел, и не забуду этого момента, вот эти какие-то ключевые такие, когда ты видишь, что все. Это все. Называется сбыть да. мечта. Да. Сбылась мечта. Да, но у меня всегда было... Когда только еще не сбылась одна мечта, я потом себе поставил так. Когда-то сбывается мечта одна, вторая. Ты много работаешь, да. Я потом точно понял для себя, что нужно иметь сразу в запасе, во-первых, следующую мечту, пока не сбылась эта.
чтобы ты уже понимал, как да, двигаться дальше. И меч должно быть, они должны быть разного масштаба. Какая-то должна быть на год, какая-то на полгода, что, которая будет реализована. Да, какие-то будут маленькие, какие-то побольше. И так ты наполняешь свою жизнь наиболее эффективно, твоя жизнь становится более интересной, более качественной, более продуктивной, более полезной для других, потому что ну, наш бизнес, мы работаем для клиентов, и когда клиенты пишут приятные какие-то отзывы в сообщениях, да, такое происходит нередко, это очень приятно, это движет. Хотя в том, что Алексей, вы лицо своей компании, потому что все знают, что Алексей Радян – это человек, который Жан одновременно. Еще я знаю, что у вас сын зовут Жан. То есть Жан еще воплотился и материализовался. Так вот, Жан – это имя. И Жан – это явление. Вот в данной ситуации Жан – это явление. Мы потом поговорим с вами о том, как сейчас существует этот бизнес, в какой новой своей ипостаси. Но я читала ваши истории, там прочитала о том, что в одной, по-моему, седьмой истории вы пишете о переездах. И вы говорите, что два переезда равны пожару одному. Если учесть, какое количество у нас было переездов, то мы маленькая пожарная команда. Или уже, может быть, большая. Да. Итак, я понимаю, что вот сейчас мы можем перейти ко второй части нашей программы, которая рассказывает о сегодняшнем вашем дне. О дне вашей новой жизни, которая продолжается, которая необыкновенно интересная. Мы посидели с вами буквально полчаса и разговаривали. И я такое количество впечатлений, потому что должна вам сказать, дорогие друзья, что чем только не занимается Алексей, у него несметное количество хобби. Он снимает, монтирует, он пишет, у него прекрасный Инстаграм, замечательный Фейсбук. Это человек, который открывает магазины по всей Украине, и они все личностные. Я знаю, что там, в этих во всех городах, где есть эти магазины, все знают Алексея, я более чем уверена. С вами дружит несметное количество людей, вы очень открыты миру. Я считаю, что это замечательно. Сегодняшний день ваш. Это не только сегодняшний день, на протяжении многих лет я пытаюсь максимально загрузить себя физически, во-первых, так, максимально уделить время. Чем больше ты растешь, тем больше ты можешь уделить времени себе, семье, друзьям. К сожалению, мало уделяю время работе. Я не люблю целый день работать. Ну, я не работаю целый день. Я работаю иногда много, иногда меньше. Бывают дни, которые, когда я работе уделяю всего лишь пару часов в день. То есть, да, для бизнесмена это сегодня может быть не совсем как бы правильно, да. Но когда тогда мы должны жить? Конечно. Да. Потому что для чего? Можно работать всю жизнь, да, и уделить этому. Поэтому для меня нормальная тема, когда в неделю, вот на прошлой неделе у меня было 11 тренировок, кажется, 10 или 11, но это не реально тяжеловато уже было, да. То есть это и теннис, и игры в теннис. Это список тренировок? Ну, только один был день выходной, да, и почти каждый день было, ну, по две почти каждый день было, да. Я много играю еще в шахматы, у меня куча увлечений, и что, где, когда мы играем, у нас команда есть, да. Радянский союз, она называется. Радянский союз. Да. Мы играем уже лет 7 в бизнес-лиге. Окей, мы там как бы не ловим первые места. Один раз мы были в призах, два. Но мы играем, нам очень нравится. И я возглавляю много лет Одесса Мафия Клаб. Это движение интеллектуальной игры мафии. То я был у истоков этой игры. Мы тоже играем. Я редко играю сейчас в мафию, но это одно из моих тоже увлечений. Увлечений много вообще. Я когда начинаю их перечислять, я забываю про них. Да, мне нравится делать ролики, видео снимать. Да, тоже не хватает на это, потому что монтаж занимает очень много времени. Я обожаю иностранные языки. Сейчас французский по полной программе бью. Да, я хорошо общаюсь по-итальянски, да, и я общаюсь по-итальянски со своими. Вы сами учите язык или у вас есть учителя? Нет, с учителями, только с учителями. Итальянский с учителем. Ну, много, понятное дело, сам, но с учителем. Это помогает при общении? Вы же много ездите по миру. Да. Насколько много приходится ездить, чтобы лучшие коллекции были у вас? И почему вы вдруг перешли в нишу? Я знаю, что это начиналось. Вот одна из историй, которую я буду писать, это про... Я сегодня, кстати, делал наброски утром на нее, на эту историю, на то, как монетизируются, во-первых, хобби. Практически любые ваши хобби, они монетизируются. Так. А хобби с иностранным языком монетизируется так, что просто это настолько лайфхак или настолько совет для какой-то для тех, кто хочет двигаться вперед, для бизнесменов, для молодых бизнесменов, что знание языков и знание языков не только английского, потому что английский знают практически все, да, знание языков
других очень сильно помогает. Я когда учил итальянский язык, у меня было просто, мне когда спрашивают, что ты начал учить итальянский язык? Я начал учить его в 33-34 года где-то. Я говорю, ну, во-первых, мне хотелось знать, о чем поют итальянцы, потому что я вырос на итальянских песнях. Итальянская эстрада. На итальянской эстраде. Тольто Кутуньо, Джани Моранди, Челентано, да, Рикки Повери. Я хотел знать, о чем они поют. Второе, мне хотелось, потому что выучить язык – это очень сложно. Вот реально, это очень сложно. И это как челлендж для себя, да? Да, конечно. Да. И третье, во-первых, он, итальянский язык, он самый красивый. Он звучный, он красивый, он певучий. Мне нравится петь. И это так, как возможность просто попеть. В машине, когда ты едешь. И я когда учил, я не знал, что мне язык пригодится. И когда мы начали работать с нишевой парфюмерией, это случилось 11 лет назад. А Италия здесь рай для этого. Да, и мы приехали, основные выставки проходят в Флоренции и Милан. То есть основные выставки это итальянские. И я приезжаю туда, и я начинаю с ними общаться с итальянцами на их языке. Насколько это важно. И это настолько им приятно. Это, и ты сразу... Ты в семье, ты в, знаете, это, коза ностра. Они могли бы говорить по-английски, да. Но им приятно, что говорят на их родном языке. И Жан собрал, мы буквально за несколько лет собрали лучшие итальянские бренды. Почему в Жане? Все очень просто. Они вас любят. Потому что я с ними общаюсь на их родном языке. Удивительно. Потому что мы вместе можем пойти и сделать пасту, или вместе пойти поиграть в баскетбол, или пойти вместе побегать, или просто о чем-то поговорить, потому что это необходимо. Потому что нишевая парфюмерия – это больше не бизнес, это больше атмосфера, общение, история, это наслаждение работой, а тем более для итальянцев. Да, итальянцы делают лучше, ну, что ни возьми, обувь, мода, машины, да что ни возьми, дизайн, что ни возьми, итальянцы делают все лучше, ткани, чем другие. Все, еда. Она простая, но в простых вещах все идет. Она такая здоровая, да. Она такая классная. Да, и поэтому мы собрали итальянское портфолио итальянских брендов лучше просто из-за того, что одна из основных причин, это из-за того, что мы начали, что я просто начал учить язык. А еще к вам приезжают парфюмерные кутюрье, те, которые делают эти запахи. Я знаю, что вы приглашаете на эти встречи. Расскажите, пожалуйста, об этом. Я думаю, что это очень важно. Ну, это наша миссия, когда мы начали работать с нишей. Я недавно тоже пишу истории. Недавно начал считать, сколько мы провели презентаций за те 11 лет, которые мы работаем с нишей по всем городам. Я насчитал около сотни. Сотни? При презентации, да, за вот 11 лет. Но потому что к нам приезжает поставщик, мы иногда его возим по нескольким городам. 3-4 города иногда берем. Это Киев, конечно. Это Киев, да. Одесса, Киев – это основные наши города. И по торговле, и по нашей представленности магазинов, количества, и по результатам. И некоторые поставщики к нам приезжают практически каждый год. Вот, например, там бренд Pure Distance, они приезжают чуть ли не каждый год к нам. Pantheon бренд тоже приезжает чуть ли не каждый год к Сержов. Через год приезжают представители бренда, основатель бренда. То есть и это наша миссия. Мы знакомим людей с теми людьми, которые создали бренд, которые создали ароматы эти. И это настолько вот, ну, вот если вы почитаете и в моих историях отзывы тех людей, которые были на презентациях, да. Видели, это да? Дорого стоит. Да вы что, очень. Да, это просто, ты когда сам делаешь, ты даже иногда не понимаешь полностью, что ты доносишь людям. Ты вовлечен в дело, да, ты не вовлечен, ты делаешь это на каком-то драйве, на энтузиазме, на своих эмоциях. А люди потом настолько благодарны, что они смогли прийти, смогли познакомиться. Потому что когда вы пользуетесь ароматом, и он вам нравится, это круто. Но когда вы знаете человека, который создал этот аромат, да, и вы с ним там могли пообщаться, сфотографироваться, он там расписался на аромате, который вы купили, это совсем другое. Удивительная история, как создаются ароматы. И у каждого аромата есть своя история, как у вас история. Да. История аромата, они удивительные. Я читала некоторые истории, те же самые знаменитые истории шанелевских ароматов, парфюмов. И их очень много интересных. Мне кажется, можно энциклопедию создать, касающуюся того, как возникают, рождаются ароматы. Для меня вообще очень важно, я аромат могу вспомнить с детства. Если я вспоминаю какой-то запах вот тех духов, о которых вы говорили, я вспоминаю свою молодость. Я иногда захожу в какие-то ретро-такие магазины, где стоят подборки старых духов, и понюхав духи, ты можешь вспомнить
что-то в память, она удивительно возникает. Вкус и аромат, они более всего раздвигают границы времени. Согласитесь? Да. Она самая сильная, альфакторная память, да. Это удивительно. Сегодня вы продолжаете свое дело вот в этих вот новых рамках. Я знаю, что у вас задействованы для... Я понимаю, но все равно это маркетинг, да? Вы же это дело, вы торгуете, и вам нужно продвигать свой товар. Это же делается в конечном итоге. Помимо общения еще и нужно, чтобы это покупали. Вы используете громадные возможности современных сетей, да? Возможности медиапространств. Как вот вы сегодня существуете? Коронавирус, как в этой ситуации? Я знаю, что вы продолжали работать. Мы, может быть, войдем в какую-то новую реальность, и мне кажется, что она постепенно настигает нас. Как в ситуации, может быть, советы, хотя это самое бессмысленное, давать советы, тем не менее, как выживать в этой ситуации сейчас? Ну, когда начался карантин, мы, естественно, все магазины были закрыты, но мы работали под заказ, мы работали доставка очень хорошо. Под дверь. Да, под дверь. Я сразу снял, не знаю, видели? Я видел этот ролик. Ролик с дроном, как дрон в магазине с пакетом вылетает и летит по улице. Я сам сделал этот ролик, смонтировал все. Но он такой интересный получился, такой необычный. И после того, как мы открылись после карантина, и пока закрыты границы, для нас есть в каких-то моментах есть преимущество. Для нас есть преимущество в том, что сейчас, пока закрыты все duty-free, да, люди еще не летают. И за счет этого, я помню момент, когда duty-free открылись, мы сразу потеряли часть клиентов, естественно. И сейчас, пока закрыты, часть клиентов вернулась. Для вас это плюс? Для нас пока это плюс, да. Плюс мы сейчас очень сильно работаем над портфелем брендов. Я дал себе задачу в этом году поставить в сеть 12 новых непарфюмерных брендов, потому что у нас по парфюмерии очень хороший ассортимент. И мы сейчас каждый месяц, мы сейчас, правда, идем с отставанием в один месяц, мы каждый месяц анонсируем новый бренд непарфюмерный. Это будет то, сейчас мы получили корейский уход, буквально неделю назад мы получили итальянские расчески ручной работы, очень классные. Я видела, очень классные. Да, до этого мы получили... Бренд Культи, это ароматы для дома, для пространства, для гардероба, для машин. До этого мы получили бренд, который ухаживает за руками, итальянский тоже. Все очень качественно, мы подбираем, очень подходим к этому. И это дает результат, то есть люди видят, что появляется что-то новое, что мы не стоим на месте. Мы постоянно переделываем магазины, то есть какие-то магазины устаревшие. Расскажите об этом немножко. Да. У вас удивительно красивый дизайн. Как вы формируете это все? Раньше, когда мы только начали работать с нишей, и до ниши еще, мы до ниши работали в люксе, если кто не знает. Мы работали в люксе десятки лет, 15 лет мы работали в люксе, мы продавали Dior, Guerlain, Givenchy, Lancôme, Estée Lauder. Все эти бренды были у нас, но потом мы решили в какой-то момент сменить свой вектор и пойти в другую сторону. И... Раньше магазины были все вот в одном примерно стиле, да, вот с одной мебелью, и даже нишевые магазины, когда мы открывали первые, они были вот с белой мебелью, такая мебель стоит, например, сегодня в Садах Победы, либо она стоит на Дерибасовской в нашем маленьком магазине. Но какое-то время, лет 8 назад, мы решили, 7-8 лет назад, что каждый магазин будет индивидуален. То есть он будет индивидуален в зависимости от локации, где он находится. Львов, либо Киев, да. Он будет зависеть от того, что рядом. И мы сейчас, каждый магазин, это что-то особое. Но в каждом есть атмосфера. Атмосфера, подтверждающая, вот, да, показывающая, вот, насколько мы любим клиентов, мы любим свой бизнес, насколько мы дорожим брендами, которые у нас представлены. И в каждом магазине вот что-то есть, какие-то свои, наверное, своя какая-то особая аура. И я постепенно магазины, которые в старом формате, вот буквально пару осталось переделать, у нас там... Надеюсь, Сады Победы мы скоро переделаем. Там сейчас такой проект у меня рисуется. Если получится, все, мы его утвердим. Будет бомбовый магазин, еще один Жан в Одессе, очень классный. И мы хотим еще открываться и в других городах. Понятно, что это все требует времени, финансов, энергии. Ну, это кайф. Это жизнь. Это кайф, это жизнь, да. То есть я от этого кайфую. Алексей, это здорово. Все, что вы делаете, в самом деле очень красиво. И... это делает нашу Одессу краше и лучше. Мне кажется, что все, что вы делаете в Одессе, это все удивительно интересно. Вы
познаете мир, вы узнаете новых людей. И это все удивительно для нас, для одесситов, очень ценно. Я знаю, что многие люди, которые являются вашими клиентами, одновременно являются вашими друзьями. И вы открыты миру, очень, мне кажется, добры. Ну похоже. Что? Ну, похоже, что да. Похоже, что да. Вы занимаетесь своим любимым делом. Я знаю, что вы хотите снять фильм о своем папе. И я желаю, чтобы вы его сняли. Потому что я думаю, что, наверное, это какие-то такие важные для нас вещи. Это те вот цели, которые, наверное, важнее всего. Потому что они касаются нашего духа, они не касаются чего-то материального. И я хочу сказать, что у меня есть такая счастливая возможность отмечать таких людей. И я с радостью хочу сказать о том, что Алексей Радян, владелец сети магазинов парфюмерии и косметики «Жан», это такой бренд, который всем известен. «Жан» все знают в любом уголке Украины, знают, что «Жан» — это Одесса, «Жан» — это Алексей. Вы стали лицом этого бренда. И вместе с «Жаном» и своим очень славным коллективом, я знаю, что вы знаете каждого сотрудника своего по имени, вы знаете жизнь своих сотрудников, они у вас замечательные. Передавайте им тоже большой привет. Одесситы вас любят. Пусть спасибо у вас это большое будет. Вы знаете, это такая мелочь, но это очень приятно, потому что мне приятно рассказывать о каких-то удивительных людях. Я знаю, что на Фейсбуке у вас можно прочитать всегда интересные истории. Я окунулась в эту вашу жизнь, посмотрела интереснейшие фотографии ваши. И это живая жизнь. И это то, что так классно. Спасибо большое вам. Спасибо за приглашение, очень приятно. Теперь у меня такое есть. Но это будет и мотивировать, и в то же время как бы и награда, и посыл. Посыл. Вы же правильно идете? Дальше. Да, надеюсь. Все правильно. Сегодня в гостях у меня был Алексей Радян. Это человек, который очень много лет назад, уже, наверное, 30 лет назад, начал заниматься замечательным делом. То дело, которое радует вам, парфюмерия, косметика, женщины, это все прекрасно понимают, и мужчины тоже. Радуйтесь жизни, когда у вас будет возможность, и вы захотите что-то сделать для себя сказочно приятное, зайдите в «Жан», и вы что-то обязательно там новенькое приобретете, и будете прислушиваться к этому аромату и понимать, что жизнь прекрасна. Авита Эпель. До новых встреч, дорогие друзья.